вниманию жителей города. Управление гражданской защиты и администрации городского округа Самара напоминает: купаться разрешено только в местах, специально оборудованных для купания. Городские пляжи на набережной реки Волга оборудованы по адресам: от спуска по улице Ленинградской до спуска по улице Вилоновской, от спуска по улице Маяковского до спуска по улице Первомайской, от спуска по улице Осипенко до дамбы Силикатного оврага напротив стеллы «Ладья». Пляж в районе загородного парка, на спуске по улице Советской Армии, на спуске Барбошиной поляны, пляж в районе санатория «Можайский», пляж в Красноглинском районе за дамбой на острове Серный. Спасательные посты будут работать с 10 до 21 часа ежедневно с 16 июня по 31 августа и с 10 до 19 часов с 1 по 15 сентября 2015 года. Помните, соблюдая правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий.